Привет, это Максим, магазин «Фотолюбитель». Как казалось, не все наши покупатели знают, что старые фотоаппараты бывают с разным типом затвора, а именно полностью механическим или же электронным. В механических камерах скорость работы затвора регулируется точно отстроенным механизмом, примерно как в механических часах. В камерах с электронным затвором вместо механики всю работу выполняет электричество. Включаем аппарат, выставляем нужную выдержку, и все работает. Такие аппараты часто компактнее, легче и функциональнее своих механических собратьев. Однако есть один важный момент. Не забудьте взять с собой запасные батарейки, иначе может случиться так, что аппарат просто не будет работать.